Я уже вижу, как ты пишешь злостный комментарий. У нас сегодня панель приборов, мы ее будем сегодня делать с помощью обычного шнура по OBD2. Тем не менее, она у меня на столе, сделана чисто для того, чтобы симулировать, как будто бы она у нас в машине. Это та же самая панель, донорская, она не чья-то, не клиентская, она у нас просто находится в сервисе, как выставочный образец. Будем ее делать сегодня по OBD2. Подключка просто симулирована, как будто она на автомобиле. Делать будем с помощью оригинального ELS-27. Его часто используют для работы с форсканом. То есть хороший адаптер. Производитель в Питере. Далее будем использовать программу S-Tool и две лицензии. Подключка согласно распиновке. Сейчас покажу все это на компьютере. В общем, поехали. Так, перемещаемся на вид сверху. Значит, в качестве адаптера ELS-27 подключен через кабель, подключена коншина и плюс-минус. Далее что делаем? Переходим к непосредственно к программе. Включаем запись с экрана. По программе нам нужно будет программа S-Tool и настроить адаптер. Заходим в расположение файла, ищем вот здесь в папочке вот ELS-27, вот эта программа. Выбираем, на каком порту у нас сидит кабель. У меня 32, это можно посмотреть в диспетчере устройств. То есть свойства компьютера, диспетчер устройств. И вот здесь вы можете посмотреть порты. ELS-27 4.1, 32 порт. Так, открываем его Open. И здесь выбираем максимальную скорость адаптера. Все, вот видим здесь максимальная, то есть на... вот этой стоит скорости. Здесь отключаем. Если у вас не включено, то включайте эту скорость. Здесь закрываем, запускаем программу. Для того, чтобы сделать конкретно эту панель, нам потребуется две лицензии по S-Tool 10. Сейчас точно скажу, как запустится программа, так будет понятней. Чем этот способ хуже или лучше, нежели чем сделать через вот такой адаптер от S-Tool со снятием панелей под пайка пятачков? Данный способ через адаптер намного быстрее. То есть если вам панель неохота снимать с машины, вы можете это сделать с помощью самой программы, не снимая. Значит, заходим в Kia с перепрошивкой. Выбираем нашу панель, в данном случае Rio 11-17 год. Вот здесь у нас есть панелька, картинка этой панельки. И вот здесь подсказка, что нам нужно сделать. Далее здесь выбираем наш адаптер ELS-27, выбираем порт. Вот здесь выбираем максимальную скорость. Можете сделать тест, можете не делать тест. Ну, как бы это не принципиально. Что нам нужно сделать, чтобы поменять циферки на панели? Если мы нажмем прочитать пробег, он у нас не вычитается, так как флеш закрыта от чтения. Для этого нам нужно сделать вот так вот. Нажимаем прочитать оригинальную флеш. Программа открывает порт, выставляет нужную скорость для адаптера и начинает читать. Панель, соответственно, у нас уходит в режим сна. Панелька тухнет и пошел процесс чтения процессора. Сам процесс не быстрый. Поэтому, ну, если очень быстро нужно, то проще сделать с помощью вот данного адаптера. Но придется снимать панельку. Мы сейчас рассматриваем вариант без снятия панели с машины. То есть непосредственно представим, что мы находимся в автомобиле. То есть вычитываем сейчас оригинальный флеш. Он нам еще потребуется. Во-первых, он как бы и страховочный. Мы сохраняем дампик. И он же нужен будет, чтобы его потом перезалить. Значит, по лицензии ST10. И ST015. Это касательно этой панели. Так, после того, как панель вычиталась, мы видим, что флеш нужно сохранить. Окей. Нажимаем сохранить. Я уже его сохранял ради эксперимента, ради. Вот он у нас сохранен. Ну, давайте мы на рабочем столе все заново это сделаем. Создаем папку, обзываем ее как угодно. В данном случае у нас эту Rio есть, обозвали, заходим, сохраняем. Программа сама у нас выкидывает, какой процессор, какой год и какая панель. Сохраняем.
Файл сохранен успешно. Далее, что нам нужно сделать? Нам надо пропатчить эту панель, чтобы открылся область EEPROM. Нажимаем патч. Повторная процедура сейчас будет происходить. Значит, затирание флеши и его последующая запись. Вот в этом моменте у вас может выпрыгнуть небольшой, как бы, то ли косяк, то ли не косяк. Короче, может программа зависнуть, и вы будете думать, что у вас что-то пошло не так. На самом деле все так. То есть нужно просто подождать. Так, нажимаем патч еще раз. Неизвестная версия флеш. Нафиг. Открываем. Загрузить. Открываем наш флеш. Нажимаем патч. И записываем. Теперь нажимаем запись, да. Все, пошло стирание флеши. Флеш это сейчас будет записано пропатченной флешью, ну короче, дампом из панели, который у нас будет модифицированный. Панель потухла, значит, уже что-то идет. Но вообще здесь сейчас должна появиться графа, что что-то происходит. Иногда вот здесь будет подвисание какие-то писать, что программа не отвечает. На это не обращаем внимания, просто ждем. Процесс примерно 2-3 минуты, может чуть больше. Сейчас ускорим видео, чтобы вам просто это долго не смотреть. Так, ребята, процесс закончен. У нас вот здесь появилось, что строчка исчезла. Панель у нас автоматически запускается. Пробег при этом остается тот же, ничего с панелью не изменяется. Значит, порт пишет, что закрыто. Все, патч мы записали. Что теперь мы делаем? Нажимаем прочитать пробег, который записан в панели. Нажимаем чтение. После пропатченного флеши мы можем вычитать EEPROM с данной панели, ну, чтобы подкорректировать его. То есть теперь видим, что пошел процесс чтения. EEPROM-ка читается достаточно быстро. То есть на все про все, по сути, в автомобиле мы потратим примерно 10-15 минут. В принципе, то же самое время мы потратим при снятии этой панели. Вот, поэтому оставляем, наверное, право за корректировкой на самом автомобиле. Так, как видим, порт закрыт, пробег 10-100-500, точнее. Пишем новый. Пишем новый 80-500. Есть. Нажимаем пересчитать и записать. Запись уже длится более быстро, процесс. И теперь заветные циферки у нас на экране. Видим на табло. Далее, что нам нужно? Теперь нам нужно записать оригинальный флеш, который мы читали на первом этапе. Иначе будет панель глючить. Нажимаем загрузить. И выбираем вот этот вот файл флеши родной. Открываем. И заливаем его обратно. Нажимаем запись. Запись. Все, дальше процесс повторяется, те же самые 5 где-то минут он пишется. И все, на этом панель готова. Ускоряем видео, чтобы не тратить драгоценное время. Так, ну и все, готово. Патч родной записался, пробег у нас поменялся. На этом, в принципе, вся работа выполнена. Здесь можно все закрывать. Нажимаем
готово. И, в принципе, все. Вот, в принципе, процедура, которая требуется именно в автомобиле. Если нужно быстро, сняли панель, сделали с помощью адаптера и стула, дензоадаптера. Вот, если неохота снимать панель и есть время, ну, в принципе, я думаю, это одно и то же время, на которое вы потратите просто на снятие, демонтирование панели. В принципе, на этом все. На этом с вами всем прощаюсь, всем удачи в работе, всем пока. Жду ваших злостных комментариев внизу под видео.